Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами находимся в Олимпийском парке возле города Адлера. Я нахожусь в отпуске, поэтому решил прогуляться по этому парку. Не стал брать никакие дорогие экскурсии. За 30 рублей доехал на автобусе. Вход здесь бесплатный. За моей спиной громадная арена. Рядом музей автомобилей. Можно взять велосипед на прокат от 150 рублей за час. Ну, я пока еще не взял. Вот, пока хожу пешком. Добрый день. Ну, сейчас я вам расскажу, как попробовать предсказывать выигрыш матча по футболу с помощью аквариумных рыбок. Вы все знаете про осьминога Пауля, когда там клали два флага команды, какому он подплывал, то, соответственно, и выигрывало. С аквариумными рыбками мы делаем то же самое. Кладем корм в две кучки. Одну обозначаем флажком одной команды, а другую флажком другой команды. Можно просто про себя загадывать, какая кучка за какую команду. И где будет больше всего рыбок, то это считаем, значит, та команда и выиграет. Способ проверенный, так что можете ставить ставки на спорт.